А если вы наготовили такую вкуснотищу, может быть, даже без фуд-блогера, то вам точно понадобится какая-то емкость, где все это можно сохранить для того, чтобы полакомиться на следующий день, через неделю, возможно. Ну, а мы вам советуем вот такие природные штуки из природного материала. Туесок вот сюда, все что угодно можно поставить. Посмотрите, как закрывается плотно. Вот. А ведь именно в середине мая в Центре культурных инициатив пройдет творческий детский фестиваль. Да, принять участие может любой ребенок. А главное условие – сделайте что-нибудь своими руками. Нарисуйте, да, что-нибудь слепите. У нас сегодня в гостях, тем более, такие творческие люди. У нас Екатерина Ашарова, руководитель студии отдела ремесел Центра культурных инициатив. Федор Севастьянов. Да, вы показываете Федор Севастьянов, да. Михаил Акашкин и Наталья Давыдова. Они все участники студии Плетенушка. Плетешки. Потому что сюда плетут, наверное. Доброе утро. Доброе утро всем. Но несколько необычно, что ребята в таком возрасте уже занимаются таким серьезным ремеслом. А это ремесло ведь на самом деле? Конечно. Так они 4 года уже занимаются. 4 года занимаются? Да, они пришли с 7 лет. Вот первый класс пошли и к нам пришли. Вам сейчас уже по 11, да? Да. Хорошо сохранились, слушайте, выглядите просто замечательно. Расскажите... Вот эти туеса. Это их выпускная работа. Это здорово. Ребята, расскажите, как вам пришло в голову в 7 лет пойти и плести что-то из бересты? В микрофончик, пожалуйста. Ага. Мне это понравилось сделать. Я один раз пришел, сделал поделку и понял, что я хочу на этом кружке заниматься. Берестяных дел мастером хочешь стать. Скорее всего, подарок просто. Необходимо было сделать какой-то подарок своими руками, да? И такой, чтобы взять, ты можешь взять дерево в руки. Но у ребятишек такие же была история или нет? Или родители заставили? Нет. Я сам люблю ходить на бересту, потому что я могу сделать поделки, те, которые могу подарить близким. Вот, понятно. Вот, да. Как ты говоришь, как да, подарок тот подарок. Наталья, а у вас какая история? Я пришла на бересту и сделала первую работу. Это был браслет. Я поняла то, что мне это нравится, и я хочу этим заниматься. Какие-то специальные же инструменты у вас есть, да? Да. А вот это вот все эти инструменты, да. Такие? Все так? Нет, это инструменты называются теснилки. То есть ими орнаменты делают. Вот можете. Вдавливают, продавливают, теснение, да. Такое делают. Мы используем еще молотки, ну, в данном случае, вот сегодня, если успеете сделать. Теснилки. Вот давайте попробуйте, Валер, положи все это сюда, вот пусть тебя ребятишки научат все-таки чему-нибудь полезному, чтобы ты научился что-то хоть делать. А, Екатерина, а мы с вами давайте поговорим о том, что все-таки будет происходить, что это за мероприятие. Это фестиваль. Фестиваль целый, да? Да. Домовенок. Он проходит 4-й год подряд уже у нас в Центре культурных инициатив на Ползунова, 13. В этом году он пройдет 18 мая в 12 часов. Мы все ждем. У нас это фестиваль детского прикладного творчества. Это что значит? Это не живопись, как вы сказали, рисовать, а это и обработка дерева, обработка бересты, каких-то природных материалов, это рогоз, лоза. Ух ты! Да, то есть это и художественный текстиль, это ткачество, это рукоделие, бисер, вышивка. Да неужели ж всем этим занимаются дети в наше время? Конечно. Занимаются все. И к нам приедут со всего края. Подали больше 300 заявок. Ого! Да, 24 муниципальных образования. Это и близлежащие все наши города. Ну, Красноярск, конечно, и Сосновоборск, Зеленогорск, Дивногорск. Это из севера и Богучанский район, Казачинский район, Восток, это там Канский, Тосеевский. А с юга это много? Идринский. В общем, очень много. Почему так много? Они что, хотят как-то делиться своими наработками или чем? Или просто похвастаться, возможно, приедут своими работами? Ну, людям нравится своими руками что-то делать. Почему похвастаться? Это же фестиваль, они получат призы, дипломы участников. И у нас будет не просто выставка, фестиваль, конкурс, да? У нас же будет там много интерактивных площадок. Это и настольные игры, и подвижные. Вот есть такая игра народная, бирюльки. Вот будут играть в бирюльки. Не все знают, да, правила этой игры. А вот пусть приходят, а мы научим. Будет очень много мастер-классов. Причем это детский фестиваль, и уже у нас по традиции сложилось, что у нас многие мастер-классы проводят сами дети, либо с руководителем, либо
певцами. Вот в прошлом году и Наташа проводила, Федя проводил. Вот такие ребятишки и могут. Из районов тоже приезжают, проводят мастер-классы. Скажите, ну если фестивали детские, есть какой-то, наверное, возрастной ценз? Да, это от 7 до 17 лет включительно. До 17. А небольшой разбег такой, с 7 до 17? Ну, там же по категориям. А, то есть каждый со своими соревнуется? Да, и номинации различные. То есть... Это сложно, я не могу собраться. А вот давай учись, ты должен что-то обязательно измерять. Вот тут уже готовый вариант, типа вот я сделал, смотри, Игорь. Это ангелочек, да? Ангелочек, да. Это теснение, вот теснение вот таким инструментом я выдавливал. Всю физическую силу надо постоянно давить, давить. А где бересты столько берете? Сами ходите собирать, возможно? Нет, это очень сложно, мы все закупаем, все это официально. Вот мы выясняли, как все-таки правильно говорить береста или береста. А многие источники пишут, что все-таки береста это правильное это название. Ну да, правильное, но оно уже как бы устаревшее. И я ни одного берестянщика в нашем, по крайней мере, регионе не слышала, который говорят береста. А у нас много таких мастеров? Много. Ну вот я, честно говоря, проезжал недавно по трассе между городами, да, в нашем крае. И вот в основном, где мы все это видим? Именно там, на обочинах, люди стоят и продают столько невероятно красивых вещей. Ну. Возможно, да? А есть какие-то вот такие центры, где они могут собраться и все-таки выставлять свое народное творчество, но уже в более цивильных, так скажем, условиях? Конечно, есть ярмарки проходят. У нас в июне 8 числа будет Сибирь мастеровая проходить. Но это раз в год или может почаще устраивать такие? Есть другие ярмарки. А можно где-то выставляться, куда-то заявляться. Вот сколько времени необходимо, чтобы создать такое? Это коллективная работа, тоже на конкурс. Это тоже ребята. То есть здесь несколько человек принимают участие. Сначала здесь три человека делают, и к ним еще идут кружки. И сколько вот такая работа даже втроем они вот? Это несколько дней, да? Да что вы? Это месяца два. Это месяца два, да? Ну, конечно. Как скажите, а он функционален? Можно в нем как-то вот растопить что-нибудь? Нет, чайку попить? Этот нет. А вот кружки, которые дети делают, смотрю, они да, функциональны. Все туеса тоже дети принесут после конкурсов домой, будут сыпучие продукты хранить. Слушайте, нужно заключать контракт, ну, например, с железной дорогой, да? Потому что они отказались от подстаканников железных. Я был, кстати, нет, еще пока не отказались. Я ездил, да, еще. Ну, еще не все убрали. Можно вот такие просто вставить в вагонах, это же будет круто. Для России, тем более, да, для гостей города, кто, ну, вообще для гостей, которые приезжают к нам, есть что показать, вот такие народные предметы, да? Да, это картины. Да, это ребятишки картины делают. Техники различные. Вот здесь резьба и многослойная аппликация. А здесь есть, да, с чем это вот вырезают? Вот эти нет? Нет. Нет, здесь нет. Вырезаем этого, мы да? Либо стамесками, ну, мы их не принесли, либо ножами. Это чья картина? Это вот, эта же группа делала, только... Тоже в прошлом человек, году да? Нет, это индивидуальный, да. Ну, ребятишки, скажите, это ну увлекательно все это? Вот стоит нам, 40-летним мужчинам, заниматься подобным? Ну да. Микрофон, пожалуйста. Ну да, это полезно. Развивает моторику, руки, мозаику. Вы можете сделать какую-то подделку сами, своими руками подарить ее. Компьютерные игры, Федор, не интересны, да, тебе? Ну, в компьютер не играешь, да? Они у нас все разносторонне развиты. Они и к нам ходят, и спортом да? занимаются, английским языком. Они все успевают. Но молотки теперь точно все умеют. Мальчики и девочки держать в руках. Давайте напомним, когда в мае, вот дата известна уже, когда будет? 18 мая в Центре культурных инициатив на Ползунова 13 с 12 до 3 часов пройдет наш фестиваль «Домовенок». Всех приглашаем. Мы вас благодарим за прекрасные работы. Ну и, конечно же, спасибо, похвастаться надо похвастаться. Екатерина Шарова, руководитель студии отдела ремесел Центра культурных инициатив, Федор Севастьянов, Михаил Акашки и Наталья Давыдова. Вы, ребята, молодцы. Станьте потом известными на весь мир. Спасибо, что сегодня к нам пришли.